смотреть, где-то мутанты 2. Мутанты против мутантов. Так, ну что ж, мы играем за собачку. Против. Ух ты, елки-палки, какие страшные мутанты. Завоюю все кубки боев мутантов. Стараемся. А, что нет, он реально очень грозный. Что ж, в бой? Так, ладно, в бой. Простая собачка, пока что. Простой лис. Какие они не мутанты, но потом будем скрещивать. У него 40 всего лишь здоровья. Так, чтобы сделать ход, нажми способность, окей. Так, делаем способность атака ногой. О, 10, отличненько. 5. Да он самый легкий вообще. А, мы можем лечиться. Ты можешь обновить все способности, нажав на эту кнопку стоимость 3 маны. А сколько у меня маны вообще есть? А вот мы обновили способности, давайте ударим его. 12, отличненько. Опасный лис и грязный пес. Так, ну-ка. Па-бау. 10, у него 8 осталось. У меня слишком много здоровья. Пока что все легко. Да, отлично, я победил. А, можно открывать тут, смотрите. Ништяки. Назад в лабораторию. А, доступен новый ген, нажмите на кнопку гена, чтобы перейти к экрану мутации, отлично. Так, вот он ген. А, сильная голова, увеличение параметров атаки, активная способность. Бесплатная мутация. О, нифига себе, клыки стали. Все готово, теперь нажмите на кнопку играть, чтобы перейти опять в бой. Так, ну ладно, я готов. А, первый, это лист первого уровня, потом второй левел, второй, и в конце будет лист третьего уровня. Злая лиса, так, мы же не победили злую лису, ну что ж, давайте попробуем. Злая лиса. Саблезубый волк и злая лиса. Хотя она уже страшнее. Давайте укусим как следует. 6. Ну-ка, начать способна. 12 всего лишь-то. Так, давай ногой. Ударим ногой. 14. А ты? 11. Я круче тебя. Держи, вот это супер удар. Нет, 14 не супер. Можем ударить и здоровье получить. Особый. А, нет, я просто стал сильнее, да? Мой ход. Ну-ка, рука. Двадцаточка, отличненько. Виктори, победа. А, у меня второй левел. Прикольно. Обучение, тебе доступны новые мутации. Нажмите скорее сюда, чтобы перейти в лабораторию. Так, посмотрим. А, гены. Теперь выбери раздел мутации. А, тут разные разделы. Это здоровье. Выберите ген, чтобы посмотреть подробнее его описание и требования для мутации. А вот, козлиные рога. Увеличение параметров лечения. Активная способность. Давайте. Козлиные рога. Выберите свое животное тут. А, смотрите, я могу за кошку играть. Давайте пока за собаку, потом за кошку. Прикольно. Так, тут, видимо, много будет у меня уровней. Посмотрим, что у нас тут. Шипастая лиса. Левел 2. Я готов. Против шипастой лисы. Так, окей, давайте укусим. Семерочка всего лишь-то, я думал, будет сильнее. Она меня отравила. А чё же магазин? Что-то дополнительный пара... А, вот магазин, мне... Какие-то зелья еще есть. Скилл слот. Добавляет один дополнительный слот для выбора способностей. Это все стоит деньги, да? А, это 200. Но мне не хватит пока что голды. Ладно, потом. Восстановим здоровье. Я кусаю, восстанавливаю здоровье. Неплохо так. Минус 10. Кусаем. Просто давайте покусим. Отлично.
Она способность. Ты 3 раза здоровье восстанавливаю, да? А, у тебя мало жизни, нужно сюда, чтобы открыть магазин. Лечение за 150. А, все, я понял, можно лечение использовать. Но оно мне не нужно было, я бы и так победил. В середине 3 ходов он лечится. Я также могу сделать. А, я, смотрите, 1 раз только подлечился. А он будет 3 раза лечиться. Так, ну, примерно понятно. Так, 13. Чего тут заполняется? А, я могу изменить способности. Ну, в принципе, мне не надо. О, за 2. Ничего себе. Это моя мана. Смотрите, вот моя мана. Давайте за 2 укусим его. Отлично. Все, понял, как играть. Назад к игре. Сейчас будет 3 лист. То есть в лабораторию пойдем. Так, гены. Это атака, защита. А, тут пока не изучено, да? Я же не могу мутировать. Мутация можно? Железный шрам, увеличение параметров атаки. Не хватает ресурсов. А, мне надо ресурсы накопить. Понятно. Давайте выберем животное. О, кот. Можно за кота играть, прикольно. Какие у тебя есть гены? А у тебя вообще ничего нету пока что. Оно же совсем слабенькое будет. А, и заново с лисой можно делать, только уже котом. Мне интересно, можно просто посмотреть на кота. Кот будет заново играть. А, мне не хватило же энергии. А, вот, можно, смотрите, укусить. 9. Да пока обычный кот. Особый. А, я стал сильнее на 3 хода. Ну-ка. Посмотрим. Блин, в 2 раза сильнее, что ли. Давай уже ходи. Вот, укусим сейчас очень, очень сильно. 9-9. А, 2 раза кусает. Прикольно. Я пропустил ход. Сейчас убьет так. Ну-ка так. Так. 15. Отлично. Так, победа. Лису побили пока. Также тут гены можно менять. А, могу тут что-то взять. Какой-то хвост сейчас будет другой мне. Ух ты, какой хвост. Но все-таки пока что давайте с собакой поиграем. Продолжим играть. А, подожди, я опять повторю, что кто он, лишайный и рогатый кот. Лишайный баран. Надо мощно укусить как-нибудь. Давайте оглушим его. Так, оглушили. Давайте еще раз оглушим. Отлично. Теперь можно укусить. 22. Он будет лечиться, а мы его будем кусать. 20. Стрис еще раз подлечился. Тут какой наглый. Ну-ка, ногами. 13. Ты мне будешь атаковать? 17.
Семерочка. Ну-ка, лапой. 15. Ты достал лечиться уже. Семь, восемь. Меня траванул. Тринадцать, чуть-чуть осталось. Ну, ты опять будешь лечиться. Так, посмотрим, что там. Вот, удар. А, нет. Это просто усиление было. Ну ладно, держись. На тебе оплеуху. Победа. Назад к карте. Второй левел. Лишайный баран и... Кто? Инсектофокс. Офигеть. Так, давайте защиту возьмем. Жизнь у него 90, в принципе, нормально. Так, лови плюху. 14. Это будет сложно. Что он сделал? Могу погибнуть. Так, я взял усиление. Плюс у меня защита. Он меня траванул, гад такой. Вот, укус хороший. Плюс подлечился. Блок хороший. Ты кусай его. 11. Будет лечиться, да? Три хода будет лечиться. Я тоже могу лечиться, но я хочу его покусать. Вот так. 77, я просто подлечусь. 81. Я думаю, я его доем. Блин, вот гад. Ладно, укусим и подлечимся. 81 было, стали. 85. Чё, я тебя добью. 15. Так, оплюха. За два хода я должен. Уворот. А, у него уворот есть, нифига себе. Я могу проиграть. А, не факт, что уворот сработает. Я оглушен. Надо его кусить. Отлично, неужели мы это сделаем? Так, идем назад. Ядовитый змеи хвост. Давайте в лабораторию лучше пойдем, что-то новое можно сделать. Может, что-нибудь к защите? Вот это что такое? А, вот, шерстку можно поменять. Каменное тело, либо же чешуя дракона. Увеличение параметра жизни на 20. Активная способность. Увеличение параметров защиты 4% и жизни плюс 40. Вот, давайте каменное тело сделаем. А, не хватает ресурсов. И тут не хватает, что ли? А на что хватает? Иголки. Увеличение параметров жизни на 10%. Активная способность какая-то появится. Давайте иголки прокачаем. А, вот они, иголки. Что-то еще могу? Еще атаку могу прокачать. Так, либо мускулистая лапа. Атака плюс 3. Длинные когти, атака плюс 2. Активная способность плюс. Давайте вот это. Отлично. Ну что ж, играем. Ядовитый змей хвост. Ну что ж, держись. Какой-то страшный. Ну сюда. Ох ты, блин. Отравление на меня пустил. Держи оглушение. Так, отличненько. Укусим.
8, у него 66. Блин, у него змеи сзади. Такой сейчас заметил. Так, давай посмотрим, что может там. О, вот новая способность. 22, отличненько. Будешь лечиться, значит. Лапы. 18, неплохо. Лапы, ты сильно умный теперь. Оглушил меня. Опять оглушил, да что такое? Он так победит. Так, смотрим, что там. Блин. Так, ты уже круто все. 16. Давайте оглушим. Отлично. 22 у него. Супер атака. 25. Все, победа. У нас 3 левел. Я могу что-нибудь открыть. Ну-ка. Плюс 5. Назад в лабораторию. Магазин назад. Тут какие-то новые животные потом появятся. Так, ну прикольно. То есть можно лисом даже пройти. А, кошкой можно пройти. Ну это опять заново, то есть уже за кошку играю. Ладно, в следующей серии мы уже с другим поиграем. С другим боссом. Думаю, можно там за эндом закончить серию. Ну, сейчас уже доиграем лис. Ой, кошкой. Так. Ну-ка, укуси, подлечись. Десяточка. Ах ты так, да? С тобой нелегко. Так, 9. Блин. Оглуши его, ну-ка. Так, давайте посмотрим, что там. А, давайте опять оглушение. Укусим и подлечимся. Он тоже сейчас будет лечиться, блин. Критический удар был. Замечательно, второй левел у меня.